Возле домов номер 6 и 8 по улице Лесной много шума и мусора строительного. Вдоль стен лежат буквально горы отбитой штукатурки, цемента и утеплителя. Местные жители объясняют, откуда здесь столько мусора. Здесь только делали швы, вот они, видите, вот белые. Угу. Их дробили вот там, а потом вот теперь сейчас заправляли его. По плану здесь идет капитальный ремонт фасада. Это первый масштабный ремонт дома за 45 лет. И особых претензий к работе строителей у жильцов нет. Говорят, смущает строительный мусор, который лежит на газонах уже больше недели. Меня волнует вот то, что будет после этого ремонта. Сейчас на двух домах по улице Лесной работает бригада альпинистов-высотников. Выполняется так называемая герметизация межпанельных швов. Работы несколько затянулись по срокам, но на это есть своя объективная причина. Здесь цемент 10 сантиметров, а утеплителя нету. И поэтому очень долго долбим. Сколько уже проводите работы? Два месяца. Два месяца, да? Два месяца. А вот мусор почему не убирается? Убирается мусор, у нас оплаченные люди собирают мешки, увозят. Строители уверяют, все за собой уберут и объясняют, работы в доме действительно много, потому и мусора тоже. В этом году многоэтажки были включены в региональную программу по капремонту. По плану здесь полностью преобразится фасад и будут заменены внутренние инженерные сети. По графику срок окончания работ – середина июня 2018 года. Владислав Момот, Александр Попов для РТВ.